добрый вечер. Поздний добрый вечер почти. У меня морсик такой самодельный. И рулет с шоколадным маслом. Так. Рулет с маком. С маком, я же сказал. Да, морс из брусники. Морс с брусника, да. Так. Ну что ж, будем пробовать. Ой, кисленький. Да. Очень вкусно. Кисленькая, сладенькая. А в итоге вкусно. В итоге вкусно, да. Я сколько уже за этот день сказал слово вкусно. Нет, мы вообще сказали вкусно. Все видео все снимаем. И очень вкусно, и фантастика, и отпад, и что только не сказали. И очень-очень-очень вкусно. Да, так что большая просьба к вам, делайте такие бутерброды, такие всякие вкусняшки. Это очень вкусно побаловаться всякими десертами домашними. Лучше всякого пирожного, правда? Текать даже все-таки труд. Конечно. Мама трудится, бутерброды придумывает, делает. Я дружусь, ем. Да, 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 да. Для вас все это, для вас. Да. Делайте, повторяйте. Да. Получайте удовольствие от этого. Да. Приятного вам вкуса, скажу. И аппетита. У меня как Макдональдс все равно. Только в Макдональдсе несколько видов этих самых пирожных. Бутербродов. А, пирожные. Ну, якобы. Да. Ну, у них же по сути то же самое бутерброд, только вон две булки внутри котлета. Ну, почти как бутерброд. Ну да. Почти как. Да. Ну, называются по-другому. Ну, у нас бутерброд называется. Да. Только у них там маленький это самый выбор этих, а у нас больше, потому что мы придумали такие бутерброды уже. А мы сами. Угу.
сколько мы придумывали, он уже приближаемся уже к 1000 роликам, да. Осталось немного. Ну так, Господи. Так что... Мукбан для этого и делается, чтобы что-то кушать, правильно? Ведь не будешь кушать один это самое бутерброд. Сыр и хлеб, и все. Больше ничего. Или кусок колбасы и хлеб, и все. Ну, это классический бутерброд. Хлеб, масло, колбаса. Хлеб, масло, это самое. Сыр. Ну, так это так раньше ели. А уже мы уже... Классику уже все. Забыли. Забыли уже, можно сказать. И классика это не очень вкусно. Но сейчас вот смешение вкусов это намного вкуснее, чем то, что было. Правильно? Да. У нас сейчас как не мукбанг, так очередной придуманный бутерброд. Ну так одинаково же, ничего смотреть никто не будет. Надо что-то новое придумать. Ну, естественно, конечно. Как в ресторане, там же не каждый день это самое 7 дней в неделю, а один больше варят, правильно? Варят разные супы. Угу. И больше варят, и рыбный суп варят, и грибной, и овощной, и щи, и все, что хочешь. Причем несколько блюд варят первого, несколько блюд второго, и десерты, там и всякие напитки, и чай, и кофе, и какао, там, и все, что хочешь. Из меню можно любое выбрать, тебе принесут готовое уже. Да, наши бутерброды можно куда угодно взять. Хоть в поход, хоть на обед, да. Хоть на работу, на обед или на перекус. Да. Или в дорогу куда-нибудь. Ну, я сказал, что в дорогу, на рыбалку, да. На охоту. Взяли несколько бутербродов, в контейнер положили, и все, можно ехать. Вкуснотища. Вкуснота.
Тра-та-та, тра-та-та. Ну все. Спасибо, что за компанию. Все, мукбанг он закончился. А маме спасибо. Маме спасибо тоже за все придуманное. Так. Ой, все, я наелся. Больше ничего не хочу. Ой. Ну все. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы. Вам не трудно, а мне приятно. Здоровья, счастья, успехов и всего-всего самого хорошего. До завтра, спокойной ночи. Всем спокойной ночи, пока. Все. Дорогие мои подписчики, люблю вас. Дорогие мои подписчики, люблю вас. Все, пока. Смотрите меня завтра. Смотрите, да. Завтра. И кушайте мои бутерброды, не забудьте. Все, пока. Наши, вернее, бутерброды. Не мои, а наши. Делайте и кушайте. Ну да. Все, пока.